остановись. Давай ближе подойди. Почем вино? Почем вино? Лиза? Не знаю, не спрашивала. По четыре, наверное. Да, обязательно берем. Мы замерзли, хотим взять горячее вино. Не знаем цену, по 4, кто-то говорил по 6. Ну, по 6, наверное, дорого. По 4, наверное, самая цена. Вафли. Вот такое вот вино стоит 3,50. 3,50. Ребята, смотрите, я сейчас приехала из города, то есть я живу на окраине города. Это такой спальный район. И посмотрите, вот за час, буквально, ну, за полтора часа, сколько у нас намело снега. Во-первых, очень сильная метель, ветер, и, скорее всего, что завтра, если всю ночь будет идти, то, скорее всего, очень много наметет снега. Ну, вот, я сейчас иду тут через школу. Людей очень много около елки. Много детей, и даже люди не побоялись вот этой погоды, вышли. Вот видите, даже идет снег. Вышли, но снег как бы сейчас уменьшился, а сначала вообще был такой крупный, шапку замело, пальто. Но я вот сейчас возвращаюсь домой, и елка действительно красивая. Много, так вот видите, сейчас покажу фонари, вот как идет снег. Многие критиковали эту елку. Ну, скользко, просто у меня телефон прыгает, потому что скользко идти. Многие критиковали эту елку, что какая елка, это торт в виде торта. Но мне она понравилась. Она громадная такая. И вот сегодня последний день Рождества. У католиков это сочельник был 24-го, 25-го, 26-го у нас было Рождество у католиков. Вот, и сейчас неделя останется до Нового года, и мы, наверное, будем праздновать Новый год. Вот, не знаю, может, этот снег растает. Ну, метет. Вчера было солнце. И вчера был морозик 5 градусов. И было солнце. А вот сегодня вот
такая вьюга. Вот это школа, гимназия. Вот я иду домой. Счастливая. Получила подарки. Вот они. Приду, покажу, какие подарки мне привезла подруга с Польши. Вот. Я уже говорила, она живет в Кракове. Вот, смотрите. Вот, видите? Вот сколько снега. О, снега намело. Я ужасно люблю такую погоду. С ветром. И мы как-то, когда шли к елке, так просто снег забивал глаза, губы. Ну, неприятно. Вот. Вот видите, даже так ветер сметает снег и заносит его. Я уже захотела кушать. Сейчас покушаю. Посмотрите, замело машина буквально за час. Видите, все машины стоят в снегу. Так, ну вот я уже у дома. Вот так, стоит только выйти из дома. Видите,